принимающий участие Базама из Лехбарицы, молодежка. Сегодня в Красноярске проходит ежегодный Красноярский форум по развитию патриотического воспитания в Красноярском крае. Думаю, что точно уместно в сегодняшних условиях, когда приоритеты поддержки молодежного развития воспитания надо как-то усиливать патриотическое направление, если не принимать участие. Ну и еще к этому добавить о том, что в воскресенье состоится передача эстафеты в жестком конкурсном отборе. Город Назарово выиграл право называться молодежной столицей Красноярского края на следующий 23-й год. Вот с такими, ну, я думаю, что серьезными достижениями наших коллег, мы как кураторы большинство и участники этих направлений, мы чем-то завершаем или двигаемся к завершению 22-го.